добрый день. Июня. Хорошая погода. +24°. Обдувает приятный ветерок. Петергоф, Александрия, пляж. Плещутся легкие волны. Волны нагнали Тимку. И водичка от песочка мутненькая. Ну хорошо. Я читал у Ивана Петровича в воспоминаниях, что эту Тимку морскую в старое время при строительстве домов использовали для утепления. Она не давала осадку не портилась, и хорошее утепление. Ничего плохого в ней нет. Хорошо. Много детей. Во-первых, вход в Александрию
для деток бесплатный. Во-вторых, деткам здесь хорошо. Я тоже маленький любил сюда ходить. С бабушкой. Метеор спешит к нижнему парку. Кронштадт. Купол морского собора переливается на солнышке. И пристань Петергоф. Замечательно. Водичка мутненькая. Я не хочу спать! Тут очень тепло! Тут тепло! Песочек взбаламучен. Детки кричат. Плещутся. Мелко здесь очень. Но детям хорошо. Песочек под ногами сменился мелкими камушками. И снова песочек. И снова камушки. Ой. Ходить из-за камушков аккуратненько нужно, чтобы ногой не удариться. И вот песочек под ногами, мягенький. Хорошо. На песочке можно поваляться. Вот как хорошо. Релаксик.
В этом году я окунулся первый раз. Чудесно. Вот как хорошо. Замечательный пляж. Чудесный парк Александрия. Идем смотреть водяные лилии. Yeah.
я вас слушаю. Извините. Здравствуйте. Я вас читаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Петербургский пешеход. Да. Вот это вот воспоминания. Ивана Петровича. Да. Самое интересное, я живу в Знаменке, только ага. с этой стороны. Да. А он напротив. Алексеевская 4 он да. жил. Да, и я помню этот дом деревянный. Да. То есть мы когда сюда приехали еще, в 99-м году, да. то там как бы вот этот дом Шульц, да, Шульц там, вот, там жил, да. Да, вот это его внук, да? Да, внук и, Саша. В общем, очень так вот да. интересно. Я вот, его мама, году, да. Анна Ивановна, мама. Да, но я уже вот, никого да. не знаю. Я знаю, она кто уже, у да. нас, вот да. с нашей стороны. А потом и... пожар случился. Угу. Вот, и сейчас уже там... уже. Давно дома нет. Ага, ну да, уже да. там построено. Вдруг захотелось перечитать снова, я стал выкладывать ВКонтакте. Ну, и так, понемножку я читаю. Я, по-моему, ВКонтакте читала, а сейчас вот как бы ага. тоже ВКонтакте, ну вот где там... Да, чего-то. Начинал я в YouTube выкладывать, я там увлекался, я чуть ли бывало и по часу читал. Ага. Вот сейчас минут по 20. Ну да. Хорошо встречать подписчиков. Чудесный парк. Катится. Экскурсионный паровозик. Каменная скамеечка. Дубы. Чудесный воздух. Идем смотреть лилии. Руинный мост. Утятки приплыли. Утятки, утятки. С уточкой. С мамашей утятки. Маленькие. И воробушки. Вот какие утятки. Поплыли, поплыли. И водяные лилии.
как хорошо. Чудесно. Поднимаемся к коттеджу. Светотени красивые. Дубрава. И дворец, коттедж. Чугунная беседочка. Что это за цветочки? Не знаю. Красиво. Памятник цесаревичу Алексею. Поливает цветочки. Розы. Померанцевые деревья в кадочках. Умная скульптура
Петра Великого. Выходим на смотровую площадочку. Смотровая площадочка. Красиво. Открывается морской вид. О, как хорошо. Лазурный цвет воды. Замечательно. Бюст Марии Федоровны. Красивая. Фонтан. И Мадонна с младенцем. Вот как хорошо. Розы. Герб Александрии. О, какие розы.
Прямо розовое дерево. Чудесно. Пальмы у входа в коттедж. Красота. Вот такая сегодня прогулочка в Александрию. Подписываемся, кто еще не подписался. Не забываем поставить пальчик вверх для улучшения статистики. Очень рад комментариям, с удовольствием отвечаю на вопросы. И пока-пока. До новых встреч, друзья.